Сверхвысокоуровневый язык программирования. Язык программирования с очень высоким уровнем абстракции. В отличие от языков программирования высокого уровня, где описывается принцип, как нужно сделать, в сверхвысокоуровневых языках программирования описывается лишь принцип, что нужно сделать. Термин впервые появился в середине 1990-х годов для обозначения группы языков, используемых для быстрого прототипирования, написания одноразовых скриптов и подобных задач. Так, разработчики ConRusk описывают его как VHLL. К языкам сверхвысокого уровня также часто относят такие современные сценарные декларативные языки, как Python, Rabbit, Haskell, а также Perl и предшествовавший ему мини-язык AWK. Большой класс языков сверхвысокого уровня – это языки, используемые для специфических приложений и задач. В связи с этой ограниченностью они могут использовать синтаксис, который никогда не используется в других языках программирования, например, непосредственно синтаксис английского языка. Примером VHLL, распознающего синтаксис английского языка, может служить язык компилятора текстовых квестов Inform версии 7.